Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня каждый сможет получить благословение Вселенной. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В эти сутки сегодня особенно важно проявлять любую активность, если вы хотите получить благословение Вселенной. Кроме того, сегодня уделите время анализу прошедших событий и планированию будущего. Любые перемены в почете. Если вы не хотите что-либо кардинально менять, смените прическу либо переставьте мебель. Следите за тем, что вы говорите сегодня. Сегодня очень легко выболтать чужие тайны или информацию, которую вы хотели бы утаить. Такой особенностью этого времени могут воспользоваться ваши враги, поэтому будьте внимательны. Сегодня день становится первым итогом предыдущего периода. То есть плоды ваших трудов обретают материальность. Между тем, вы можете заметить припады настроения или повышенную эмоциональность. И в этом нет ничего плохого. Энергия Луны растет и продолжает влиять на вас, усиливая восприятие и меняя ваше мировоззрение к лучшему. Постарайтесь сегодня не идти на поводу у эмоций, а для этого лучше избегайте чрезмерно больших компаний. Иначе сдержать чувства будет практически невозможно. С окружающими людьми главное сегодня сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Избегайте проявления гнева. Относитесь ко всему с юмором, как правило, все, что вызывает раздражение, уже на следующий день покажется незначительным. Поэтому расслабьтесь и немного отстранитесь от происходящего и смотрите на мир с оптимизмом. Также помните, что любая неприятность, произошедшая с вами сегодня, является космическим уроком. Вам необходимо реагировать правильно, чтобы у Вселенной не было повода его повторить. Этот день пройдет легче, если вы будете в достаточной мере гибкими и готовыми к переменам. Оставьте позади обиды и прошлые неудачи. Сегодняшний день следует посвятить завершению всего, что вы начали ранее, и уже планировать события ближайшего будущего. Но, по возможности, избегая масштабных планов. В бизнесе сопутствует удача. Вам удастся привлечь новых партнеров и расположить их к себе. Повседневные домашние дела будут выполняться с легкостью. Кроме того, сегодня можно заняться ремонтом и даже строительством. Сегодняшний день очень хороший для очищения, избавления от старых обид. Кроме того, рекомендованы обряды, которые добавят вашу жизнь новизну. Особенно эффектны магические манипуляции со свечой. Достаточно просто зажечь ее в комнате перед тем, как будете творить магию. Сегодня очень хорошо сделать практику «Избавляемся от безденежья». Если в вашей жизни идет черная полоса и вам никак не удается выбраться из долгов, то воспользуйтесь сегодняшней практикой. Вам достаточно взять стакан с водой и туда положить монетку. Далее. Поставьте этот стакан на подоконник до вечера. Далее, когда поставили стакан, скажите такие слова. «Луну в свой дом запускаю, о помощи взываю. Пусть волшебство ко мне придет. Силы меня зарядят, богатство ко мне притянет». Говорим три раза. Оставляем стакан до вечера. Вечером монетку нужно вытащить, ее положить в кошелек и оставить на месяц. Потом можно тратить. А водой нужно просто протереть все подоконники. Все. Вот такое действие сегодня обязательно поможет вам привлечь достаток и избавить вас от безденежья. И если вы хотите, чтобы в вашем доме, в вашей семье было благословение Вселенной, то делаем следующее. Просто уже вечером, перед сном, подходим к окну, смотрим на небо и говорим такие слова. «В этот прекрасный час я прошу благословения для нас». Далее нужно проговорить имена всех членов семьи, в том числе и свое. И продолжаем. «Помощь от Вселенной мы получаем. В благополучии жизнь начинаем». Вот говорим один раз, и этого достаточно. И вы посмотрите, что вы будете получать благословение свыше.